Привет, значит, мы используем в нашем специальном массаже мануальном. Ну, первое, самое простое, это вот в любом массаже используются разогревающие техники, да. Вот первое, один, сет 1, да, 1А. Это поглаживание, масло мы растираем, да, локтями, ладонями, там, ну, спокойно размеренные движения такие, да. И покачивание, это мы за таз покачали, просто чтобы там как-то человек успокоить, может быть, что-то спросить, да. По поводу его удовлетворения либо неудовлетворения. А комфортно ему, некомфортно, хотя бы такой вопрос просто спрашиваю, да? И сразу переходим безостановочно к 1Б. Это растирание. Растирание у нас общее. Это, соответственно, вот от ягодиц до основания черепа, да? То есть мы растираем поперек. Это, соответственно, вот так вот, да? Всю эту зону сразу от общего идем. Потом спиралевидно. Спиралевидно растерли, потом продольно растерли, вот так вот, да, и поперечно, продольно, спиралевидно, и техника стежки 4, 3, 2, 1, помните, мы делили, значит, это у нас делается вот вдоль вот этой кислоподвздошной соединения, потом вот здесь между паравертебральными мышцами и осистыми отростками, вот пунктиром показаны осисты отростки. Раз часть, два часть, побольше можно, раз, два, три и четыре части. Вот, потом делим на три части, потом на две части, потом на одну часть. Примерно вот так вот поделили. И там, где рука остановилась, вот здесь, да, тут же продолжаем вот эту вот плечо-лопаточную зону. Здесь делаем продольно. Вдоль мышц, соответственно, мышцы растут вот так вот, да, от плеча. Ну, то же самое, поперечно, меняем просто руки, ладони, ребра рук, да, локоть. И доходим по диагонали вот такой, потом перпендикулярно мышцам, вот так вот у нас стоит локоть, вот кулачок наш. И вот так вот мы доходим до конца. Здесь обращаем внимание на крестово-подвздошную зону, вот ее всю прорабатываем любыми способами. Есть еще способ для растирения каких-то локальных зон, например, вот крестово-подвздошно-поясничное сочленение. Вот так вот можно стереть. Ну, мы делали вот так вот, да, тут нужно еще вот так вот, конкретно узкое место вот такое. Так, задавая тепло туда, растерли вот это место, но это мы потом будем для частных случаев использовать. И переходим к ягодичной зоне. Вот локальная, да. Плечо-лопаточная зона, пояснично-крестцовая зона и ягодичная зона. То же самое. Тут мышцы растут вот отсюда. Вот так вот. Верно, да? И также мы их продольно проходим, поперечно проходим. И потом ставим кулачок по диагонали вот так вот. И доходим до конца, гоним кровь в сторону сердца вверх. Вот на этом заканчивается сет 1. Его графическое отображение здесь на доске. Пожалуйста, вуаля. Ну, а сейчас я вам нарисую сет номер 2 с вибрационными техниками, то, что мы делали, чтобы лучше запомнилось. Так. А, сфотографируйте, помогу. Да, я пришел.